Портал NewsLab опубликовал список чартерных рейсов на будущее лето. Мы нашли там несколько новых направлений. Итак, среди 19 красноярских чартеров новинки сезона – это Италия и новое побережье Турции. В Италии чартерный рейс доставит туристов в Неаполь, а турки теперь ждут красноярцев не только в Анталии, но и на курорте Даламан. Чартер есть и в Индонезию на остров Бали. Мы заодно поинтересовались, какие направления доступны из Новосибирска, которых нет из Красноярска. Итак, летом оттуда летают чартеры до итальянского Римини и вьетнамского Хошимина. Больше в Новосибирске и прямых регулярных рейсов. Например, можно улететь в Мюнхен, Прагу, Гонконг, Стамбул и Киев.